Я вот выложу пока. Сюда. Так, на эту птичку, наверное, пока не стоит выкладывать. Заряды. Прекрасно. Есть еще аптечка. Тоже берем. Так. Вот эти комбинирую. Беру базуку с собой. Так, надеюсь, мне этого хватит. Ну, должно хватить. Пошли, что ли, Шерри? Так, мы на станции. Взяли карту фабрики. Чё, опять испугалась, что ли? Да тут же я, чё сидишь-то? Идём. Нужно подключить питание. Так, а ключик от этой панели внутри. Вот он. Заветный. Зачем Шарита ходит со мной? Сидела бы там уже, в поезде. Так, отправляемся в лабораторию. Само сердце всего этого зла. Шерри, ее лоб просто горит. Я должна поспешить, иначе эмбриот успеет окуклиться. Ну, кто бы вы думали, это неугомонный папаша Шерри Уильям. Пойду с ним побеседую. Дверь закрылась. То есть мне обратно никак не зайти. Только сражаться с этим придурком. Вот и он. Выглядит он уже весьма неважно. И продолжает мутировать. Ой-ой-ой. Да умри ты! Кажется, все. Да, он упал. Главное, непонятно, чем он недоволен. Что ему плохого сделала Клэр? Шерри. Oh.
тела его нет. Клэр это заметила. Значит, с ним еще не все покончено. Клара? Ау, ты наконец-то проснулась. Это не... Хорошо, пусть оно будет у тебя. Думаю, с ним тебе будет безопаснее. Спасибо, Клара. Даже так? Я только ребенок. Ни папа, ни мама не уделяли мне много времени. Они были заняты работой. Когда ты со мной, мне спокойнее и есть на кого положиться. Шерри. Отдохни здесь, я пойду поищу для тебя противоядие. Так, хорошо, она отдыхает у нас пока что. Клэр собирается найти что-нибудь, вакцину какую-нибудь для Шерри. Тут еще патрончики. Ну как хорошо. Ну я пока, наверное, выложу это. Все-таки пригодится еще. И возьму автомат. Пистолет тоже пусть пойдет на покой. Мне пригодится арбалет. Три пули, блин. Три стрелы. Так, одну аптечку оставлю. Ну, вот как-то так. Так, и вперед. Вот эта лаборатория. Вот этот комплекс, где был разработан вирус. Здесь работали ученые и папа с мамой Шерри. Здесь какая-то морозилка. Ну, видимо... Именно в таком состоянии должно быть помещение, чтобы ничего не испортилось. Так, и вот эту вставку нужно применить сюда. Берем. Аптечку пока некуда мне взять. Ну, галочку себе сделаю, что здесь у меня еще аптечка. И нужно восстановить питание в лаборатории. Для этого вот эта вставка и нужна. Применить ее надо вот сюда. Прекрасно. Отправлюсь по красному коридорчику. Так, первая дверь закрыта. Там, по-моему, два лизуна и патроны. Так, а это такие жилые помещения. Техника безопасности. Здесь, видимо, спали, отдыхали. Трудники. И дали мне стрелы. Красно.
Здесь есть пароль. Куинст. Больше ничего такого, здесь растения и труп исследователя. Весь в масле. Мне здесь пригодилась бы зажигалка, но мне не хочется бегать опять. Там только патрончики. Я возьму арбалет. И открою жалюзи. Так, это новые монстры, ходячие растения. Они чем-то плюются. Ах ты гад! Прилично они меня подранили. Еще что ли живой? Вроде уже сдулись. Нет, все равно. Да, ну арбалет, конечно, весьма слабоватое оружие против этих растений. Не хочется пока тратить автомат. Так, а у меня 18 максимально. Вот такой непонятной ботаника заросла у них. Вся лаборатория. Огромное растение. Но оно, в общем-то, безвредно для Клар. Просто впечатляет и все. Так, я уже слышу там эти звуки. Давай. Где ты там? Ух ты! Всё, скончались. Ну, здесь лизуны уже отличаются. Они какого-то серого цвета. Намного мощнее, чем были в полицейском участке. Я еще немножечко подкреплюсь, потому что эти гадские растения все-таки подпортили мне здоровье. И вот эту я возьму. Есть компьютер, который мне нужно. МО-диск нужен. Что тут у нас? Много мониторов, которые не работают. И карта лаборатории. Есть сундучок. Страшно мне что-то выкладывать. Но я выложу пока аптечку, возьму ленточку. Стоит все-таки записаться. Это третье сохранение. Мониторинг. Возьму обратно. Так. Пока ничего, никто на меня не напал. Сюда не пойдем, пойдем вот сюда. Так, брать я не могу. Замечательно, использую наконец-таки ключик. И здесь патроны. Ну, я даже не знаю, мне, наверное, или использовать. Так, арбалет. Мне нужен слот свободный.
вопрос. Ничего здесь. Бегать. Подзаряжу. Так. Кто-то еще шаркает. О! Привет! Это работники лаборатории. Добаловались с вирусами. Вот что бывает, когда не соблюдается техника безопасности. Еще один. Но мне придется сюда возвращаться, так что лучше уложить его. Потом случайно не наткнуться. Так, у меня есть карточка. Аннет, подожди. Ты убила Вильяма. Я тебе этого никогда не прощу. Жди. Я только что приготовила новый образец G-вируса. И на этот раз я его никому не отдам. Это самое значительное исследование, которое мой муж передал мне. Прекрати! Шерри попала в большую беду. Вильям имплантировал ей эмбрион. Мы должны найти противоядие или... Что? Не. Вильям, ты жив? Блин, конечно, этот Вильям жив. Как вы думали? Схожу я вот сюда. Использую карту. Ну, здесь прямо по центру, как здоровая моль. Так просто ее не замочить. Наверное. Кажется, все. Да. И здесь ее детки. Как их тут шмякнуть? Если их не убрать, не получишь доступ к компьютеру. В этот компьютер мне нужно ввести пароль. Гуэст. Гуэст. Все, Enter. Это как бы такой пароль в секретное тоже место, в секретную лабораторию. Но чтобы туда попасть, там, по-моему, нужны двое. То есть сейчас Клэр туда попасть не сможет. Но Леон сможет в сценарии Б. Уильям все еще жив. Он становится сильнее с каждой минутой. Шерри! Скажи мне то, что я должна знать. Как спасти Шерри? У меня есть детальная информация. Все, что нужно знать для приготовления противоядия. Ну, вот это описание. Что нужно делать? Спаси мою дочь. И скажи ей, что мне жаль, что я была такой плохой матерью. Передай ей, что я ее люблю. Шерри. Аннет! Запущена программа самоуничтожения. Повторяю, запущена программа самоуничтожения. Остановка программы не предусмотрена. Всем сотрудникам направляться к аварийному транспорту на нижней платформе. Понятно. Аннет погибла, и G-вирус разбился. Ой, вернее, вакцина. Поэтому нужно ноги в руки и быстренько
сделать вакцину новую для Шерри. Вот так. Это я выкладываю. Что еще? Я даже не знаю, стоит ли это брать. Ну, вот, наверное. Леон, ты сделал это! Я вижу тебя на мониторе. Не обращай внимания. Леон, ты должен пойти в офис безопасности и забрать ее. Умоляю тебя, я должна спасти ее. Подожди, ты куда? Куда ты собралась? Мне все еще нужно кое с чем разобраться. Так, дала отцу Леону забрать Шерри, сама побежала делать вакцину. Мне нужно сейчас в синий коридорчик пойти. Ну, конечно. Ах ты тварь! Он меня здорово покоцал. Здесь еще кто-то есть? Нет, вроде бы. Поднимаемся. Тут никаких растений пока что, слава богу. Они не воскресают. А вот здесь воскресают, по-моему, да. Ну что? Задели. Опять же. Сдохнет и наконец. Все, у меня как-то очень туго с патронами. Пойти что ли мне сходить? Я вернусь там, где была Шерри, потому что мне нужно взять какое-то оружие. Это уже вообще все закончилось. Ага. Быстрее! Фуф! Вкладываем пустой автомат. Все, уже отслужил свое. Я не знаю, взять что ли вот эту вот фиговину. И возьму, наверное, я базуку. Только я ее заряжу другими патронами. Так. Эти оставлю пока. Такая довольно странная штука. Притом так относит. Аж на другой экран. Голос этот, который постоянно напоминает о том, что скоро все нафиг взлетит на воздух. В принципе, нас не ограничивает во времени. То есть...
Пока что бегаем спокойно. Делаем свои дела. Вот сюда я зайду, да? Это та самая комната, пароль от которой я вводила в компьютере. Вы готовы? Да, готовы, давай. Да, ну, нужен второй человек. Всё. Не, наверное, я схожу за аптечкой, у меня там осталась одна. Вот она, драгоценная моя. Так, иду в лабораторию. Вот сюда. Нужна карта. А, все, я не использовала. Тормозила. Все, готов. Берем. Так, и беру упаковку для того, чтобы сделать вакцину. Там еще есть товарищи, которых надо шарахнуть как следует. Еще нет. Включаем свет. Так, на всякий случай. А, есть еще. Все, и желанный МО-диск. Так, здесь нужно что-то включить. Да. Вставляю вот в этот аппарат. Упаковку. И снова бегу вот сюда. Ну, не стоит, кстати, сильно радоваться. Это еще не сама вакцина, а только заготовка, основа для вакцины. Чтобы приготовить вакцину, нужно вернуться в лабораторию, там, где все поросло в растении. Так что бегу теперь туда. По красному коридорчику. Растения эти угомонились, я надеюсь. Вот же живучие твари, а. Вот, у них вообще довольно странно организована работа. Основа для вакцины готовится в одном крыле лаборатории. Сама вакцина в другой лаборатории. Почему так? Умри. Ну, кстати, может быть, он еще цапнет за ногу. Нет? Ой, не подходи ко мне. Еще не все. Вот почему этой гнилушке надо столько зарядов? Он и так уже почти сгнил. Здесь я использую мой диск, чтобы не таскать его с собой. Да, но туда пока пойти не могу. Нет вакцины для Шерри. Бегом, бегом, бегом. Так, здесь все еще лежит Анет. Она не исчезла.
красная трава мне, в принципе, без надобности, потому что мне ее не с чем смешать. Нет зеленой. Так, вот сам аппарат, вот он. Вот сюда нужно применить основу. Все, есть вакцина. Замечательно. И теперь нужно ноги в руки бежать на платформу. Леон и Шерри, по идее, должны уже быть там. Мне нужно только добежать. Вообще, вот, я думаю, все-таки сохранится. Чем черт не шутит? Хотя надеюсь, что я пройду, но рисковать не стоит. Выкладываю я вот эту штуковину. Все, больше она мне не нужна. Беру по максимуму зарядов и аптечек. Так, сейчас я запишусь. Делаю четвертое сохранение. Ну, это, конечно, не очень хорошо, ну ладно. Четыре сохранения. Так, это сюда и беру. Аптечки беру. Четыре. Хватит, наверное. Один слот на всякий случай оставлю свободным. Что, где там кто желает получить патрончиков в голову? Так, и мне вот сюда прямиком. Вот уже и время пошло. Обратного выхода нет. Это лифт. Включаем кнопочку. Нечестно, что на заставках идет время. Это все тот же Уильям Биркин, а? Он просто ужасно стал выглядеть. На него странно подействовали заряды. Вместо того, чтобы умирать, он стал еще больше мутировать. Превратился просто в ужасную тварь. Он очень опасен, нужно держаться от него подальше. Вот этими своими зубами он может прилично отнять ХП сразу же. Еще он прыгает. Невозможно, типа гам. Черт! Захавал. Нужно срочно лечиться. Да-да-да. Умри! Пришел лифт. Что он с собой сделал? Кошмар. Какая-то кучка чего-то. Бегу, бегу. У меня еще 3 минуты. Скорее! Клара!
Ложись. Шерри потеряла сознание. У меня есть противоядие. Если его ввести. Клара, что происходит? Не сейчас. Давай же, Шерри, очнись. Ну же, пожалуйста, очнись. Клара, где я? Помогло. О, Шерри, все будет в порядке. Спасибо, Клара. Все уже позади. Нет. Я должна найти своего брата. Верно. Это только начало. Мой Бог защищал тебя. Он всегда будет с тобой. Клара. Шерри. Вот такой финал. Они спаслись из этого кошмара и вылечили Шерри. Играйте в Resident Evil. Замечательная игра. Проходите. Если вам понравилось мое прохождение, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До встречи. Пока. Ha ha ha.